На шоу «Голос» начался этап поединки. Участники команды «Басты» Максим Коковин и Александра Будникова исполнили песню группы «Пятница». Наставник решил оставить в проекте девушку. После в соцсетях разгорелась бурная дискуссия. Всем привет! На Первом канале поединками продолжился вокальный телепроект «Голос». Наставники разделили всех участников на дуэты, после выступлений которых остается лишь один исполнитель. Певец из Коряжмы Максим Коковин оказался в паре с Александрой Будниковой, дочкой ведущего Максима Будникова. Для Максима и Александры Баста выбрал песню «Весна» группы «Пятница». После выступления комплиментарно высказались Полина Гагарина и Валерий Сюткин. А вот Сергей Шнуров выбор песни раскритиковал. У группы «Пятница» была совершенно другая эмоция. «Я не понял, что вы хотели друг другу объяснить. Зачем столько слов было адресовано друг другу? У меня столько слов бывает только с похмелья, когда белая горячка. Я бы никого не выбрал», — сказал он. Баста признал, что номер был сложный. В ответ на это Шнуров сказал, что исполнители не смогли продемонстрировать свои голосовые данные. В итоге наставник оставил в проекте Александру Будникову. После этого в соцсетях на Басту сразу же обрушился вал критики. «Огромная благодарность всему проекту за то, что дали показать себя. Спасибо всем вам за наставление, у вас была невероятно теплая атмосфера», — сказал после выступления Максим Коковин. Друзья, делать анализ голосов сейчас не будем, просто сразу скажем, что композиция была подобрана под стилистику и вокал Будниковой, нежели на тембр Максима. То есть, Александра использовала весь потенциал своего стиля и вокала, а вот Максим не смог показать себя даже наполовину. Он встал на корточки и подставил спину, чтобы Александра прошла по нему на следующий этап. Его просто использовали, и скорее всего он об этом знал. Почему он согласился принести себя в жертву, непонятно, видимо, у него тоже были свои резоны. Скорее всего, все заранее было спланировано. А жаль, ведь в предыдущих передачах мы похвалили данные Будниковой, и тут такое. Больше всего мы не любим разочаровываться, а в Будниковой мы разочаровались. Не говоря уже о Басте, но не будем о нем. Этот персонаж требует отдельной передачи. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Там поговорим. Всем здоровья и хорошего настроения, дорогие мои. Не прощаюсь.